Хамас нечистым спутался. Да брешут. А вот они брешут. Зачем он тогда за нами на кондицию ввязался? Куда ему было идти, хрен сирота, а? Верно говорят, с ведьмой спутался. Немало я смертей на своем веку повидал. Но так страшно никогда не было. Ну и меня под холодный бросает, как вспомню очи эти. Я понимаю, как вам горько, а мне не горько, что под видом богослова Хамы явился демон и осквернил святилище. Раздался петушиный крик. Это был уже второй крик. Первый крик услышали гномы. Испуганные духи кинулись, как попало, к дверям и окнам, чтобы вылететь оттуда. А не тут-то было. Там они и остались, завязнувшими в окнах и дверях. Аллилуйя! 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 Только не смотри ему в глаза. Что, пан сотник? Что, пан сотник, пьет?